Здравствуйте, уважаемые садоводы! Вы получите богатый урожай яблок, если летом будете подкармливать деревья, поливать их, обрабатывать от вредителей, вырывать сорняки и рыхлить почву. В июне яблоки растут, набирают вес, поэтому им требуется много питательных веществ. Сразу после цветения подкормите яблони раствором карбамида. Добавьте 40-50 граммов на ведро воды и залейте в прикорневой круг. Чем больше лет дереву, тем выше делают концентрацию карбамида. Обязательно облейте раствором карбамида ствол, это погубит вредителей, ползающих по нему. Также в это время яблони подкармливают калием и фосфором. Разведите на одну яблоню в 10 литрах воды 10 граммов азотно-кислого аммония, 10 грамм хлорида натрия и 30 граммов суперфосфата. Для фанатов натуральных подкормок подойдет хлебная закваска. Один черствый хлеб, черный или белый, настаиваем в ведре воды 7 дней. После тщательно размешиваем и выливаем ведро под дерево. Очень удобно поливать и производить подкормку в прикорневой круг. Прокопайте вокруг дерева в земле на расстоянии 60 см от ствола яму в грунте глубиной 20-30 см и шириной с лопату. Не забудьте про полив. Взрослой яблоне требуется от 7 до 10 ведер на 1 квадратный метр приствольного круга. Против вредителей в июне произведите обработку карбофосом, а против болезней парши препаратом ХОМ. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!